там же... А що це горить? Дом. На кришу. Попала. Зажигалка. Я 1,70 м. То есть 2 м. Тут. 2 м. А что это было? Это зажигалки, которые... Фосфор какой-то. Прожигают броню, подвалы, все на свете. Только... Как часто они зажигалками лупят? Так каждый день. Каждый день шуровали. И были такие мины, что на 65 метрах выставлялись, и они оттуда летели с высоты, взрывались и летели в землю, жгли все. В общем, взрывается в воздухе, получается типа салют и падает на землю. 3-5 штук летит сразу таких. Ну, кстати, мы не ведяшка есть. А что это за артиллерия стреляла, если он зажигал? Это минометы. Да? Это минометы. 120-ка. Вот тебе зажигалка. Ну просто получилось так снять, короче. Вот, вот они летят, зажигалки. До 3000 градусов вот эта температура. Солнце. Пробчик снимаешь? За перекресток. Ну что, сказали? Ну что? Там они, две там упал. Одну, я даже. Одну, а вторая упала на огород. Дави. Плавится металл. Бачу, які приколи, ще таких не бачу, треба 2 стік-штоп. Ба? Колір в них був рідний, зелений. Ні, не знайшов. От іще одна. Ні, от тут. Скажи, що це похоже на освітлювальні міни, але хер знає, що вони днем кидають. Може, це якась нова. Я не розумію їхню логіку.